Добрый день, друзья! Меня зовут Наталья, я приветствую вас на своем бьюти-канале. Сегодня традиционная моя рубрика – это обзор заказа. Что же я купила? А в текущем каталоге, в каталоге номер 14 компании Oriflame. Посмотрим, на что упал мой взгляд и мое желание. В общем, желаний было много-много, но выбрала самое необходимое. Поэтому сегодня мы с вами смотрим. Пришла посылочка, я ее забрала. Вот все, что я купила, здесь больше 160 баллов. Итак, давайте будем смотреть. 14-й каталог текущий, по которому я разместила свой заказ, собственно говоря, и 15-й. Смотрите, какой интересный 15-й каталог. Давайте же будем смотреть. Начну, пожалуй, давайте вот посмотрим все, что необходимо. Это мужской шампунь для волос и тела. Очень хорошая серия. Серия Nord. Действительно хорошая. Объем 250 миллилитров. Купила. Про запас. Потому что один уже заканчивается. И как раз вот следующий. Не дотерпим до 15-го каталога. Итак, что еще? О, пришли из резерва. Два каталога назад, помните, кто знает, была акция с зонтом. Почему-то сразу в первый день открытия каталога зонта уже не было на складе. Возможно, он еще и не был поставлен. Поэтому у меня два каталога подряд. Этот зонт был в резерве. То есть, когда он появился, мне пришло оповещение, он добавился в корзину. Собственно говоря, я смогла его заказать. Автоматический зонт очень красивой расцветки. Давайте его посмотрим. Попробуем его открыть. Замечательно. У меня, конечно, зонтов предостаточно, но я решила, думала, брать его или не брать, или отказаться от резерва. А потом поняла, что зонтов много не бывает, расцветки все разные. И поэтому под настроение, когда хмурая, там, дождливая погода, хочется чего-то яркого, чего-то красивого, такого жизнерадостного, который поднимает настроение. Поэтому зонт я взяла. Автоматически, обычно автоматически, то есть здесь открывать, закрывать. И давайте посмотрим его. Соответственно, логотип Oriflame написан. Ну и давайте же посмотрим. Вот такой большой зонт, как видите, красивый и небесный здесь. И он даже действительно к осени подходит, что синее – это небо голубое, а здесь это разноцветная листва, которая окрашивается благодаря осенью, когда перепады температуры, у нас листва меняет свой цвет, и получается вот такое вот идешь и яркое, такое все красивое, яркое. Поэтому и зонтик вот такой получился яркий. Видите, огромный. Зонт большой. Хороший большой зонт. Нажимаем на кнопочку. И он у нас собрался. Вот. У кого в резерве этот зонтик находится, то можно смело его брать. Очень хороший. Здесь застегивается на липучечку. И все, и в чехольчик. Как видите, действительно красивый, яркий. Яркий зонтик. Что, идем дальше. Смотрим, что же еще я взяла. Из новинок серия Want мне очень понравилась. И это беру потихонечку. Мне нравится. Очень интересные продукты. Это у нас спрей-тоник. То есть им можно как поверх макияжа наносить на лицо, то есть освежать дополнительное увлажнение. Сейчас мы, собственно говоря, и это с вами сделаем. Так вот не чувствуется. И давайте посмотрим. Сейчас я закрою, чтобы у меня тушь. Замечательно. У него такой сладенький запах. Знаете, ближе к какому-то грейпфруктовому. Грейпфрукт вот с чем-то с таким нежно-нежно сладеньким таким, что-то вот едва уловимый сладкий.
такой запах со свежестью. 150 миллилитров, веганская формула. То есть его можно использовать просто как тоник вместо тоника, либо вот как освежать лицо. Ну, я думаю, что поставлю на столик и не только в ванной будет, а между делом. Сейчас батареи в квартире, на работе включены. И чтобы вот периодически освежать лицо, добавлять ему увлажненности, самое хорошее, отличное. Палочка-выручалочка. Это вот из новиночки, серия Вант. Из этой же серии взяла себе крем. Крем для лица, сейчас посмотрим. Он идет универсальный. Есть гель, есть крем из этой серии. Я взяла крем. То есть его можно как утренний использовать, так и вечерний вариант. Тут уже сами смотрите, дополнительное увлажнение. Сейчас мы его... Вот. Хорошо распределяется. И... Для лица самое то. То есть это веганское. У него такая отдушка, едва уловимая, но очень интересная. Ненавязчивая, легкая. И, то есть я думаю, что абсолютно всем. То есть это и не сладкий, и не резко свежий, а вот деликатный такой вот запах. Хороший. Буду пробовать, 50 миллилитров объем, также веганский значок, веганская серия. Не содержит парабенов, силиконов, вот этих всех CLC, да, вот этого всего здесь нет. Это крем дневной. Сейчас мы посмотрим это, найдем с вами в каталоге. Попробую найти сразу, быстренько, не быстренько получится или нет, но будем стараться найти. Вот, собственно говоря, а вот этот крем, как видите, дневной крем Zen Effect, вот он. И что я еще взяла, это крем с воздушной текстурой, отлично убирает покраснение, увлажняет кожу, освежает. Вообще вся линейка это мега увлажняющие компоненты во всем, в какое бы вы средство ни взяли, там идет основной эффект, который он дает, это мега увлажнение. Так, итак, заодно он дает полуматовый эффект благодаря микропудре, который содержится, улучшает цвет лица. Ну и вот этот тонер мист, о котором, собственно говоря, мы здесь распыляли на лицо. Эффект сияния. Сияние, увлажнение. 41-375 код этого продукта, миста, который и у нас идет 41-365. 365 – это крем. Следующая идет у нас подписка детских витамин. Это у меня уже бесплатная упаковочка. То есть я использовала 2 плюс 1 подписку. То есть два каталога по полной стоимости выписываешь. Витамины третий идет бесплатно. И вот сейчас со следующего у меня опять она продлится. И будет два каталога платно, один бесплатно. Очень выгодно. Что еще? Здесь я взяла обновляющий бустер. Я его добавляю просто для лица, наношу и добавляю его в капсулы, которые у нас идут с маслом, да, которые Royal Velvet с ирисом и есть на Veg. Вот я в них туда добавляю этот бустер дополнительно. Дополнительное как раз увлажнение. Увлажнение, подтяжка, обновление. Это идет у нас омолаживающий бустер. 15 миллилитров по капельке. Отдельно его использовать нельзя на лицо, потому что это не сыворотка, это высококонцентрированный продукт. Поэтому его добавлять либо в крем несколько капелек, либо вот я добавляю помимо крема, я еще добавляю вот в эти капсулки, да, которые у нас есть. Также я купила омега-3 себе, рыбий жир, который у нас по акции в этом каталоге. И, конечно же, я его не пропустила, не смогла пропустить его.
Я его взяла. Взяла себе это обязательно. То есть дополнительное увлажнение изнутри кожи, оно необходимо. Итак, вот он это, ой, от зонта прилип. Этот бустер, который у меня, омолаживающий бустер для лица Optimum 44-387. Вот он. Следующее, что взяла из новинки, я взяла вот этот кольт-крем. Так, сейчас, вот он на предпоследней страничке, вот кольт-крем. Новиночка идет 37-568 с витамином Е, маслом канолы, это рапсовое масло, и маслом какао. А почему я его взяла? Потому что сейчас начинается перемена температуры, у нас идет, наступает зима, и для защиты кожи я использую, чтобы не было ни обветривания, ни шелушений. То есть он эффективно защищает кожу. Я всегда в зимний период Oriflame выпускает вот такие кремы, они бывают различные. Вот сейчас, например, из серии Essential выпустили кольт-крем. И чем он хорош? Он хороший для детей. То есть, чтобы не обветривали щечки, мы-то еще можем там тональный крем нанести, да, вот это пудру, в общем, всего-всего, базу под макияж, а дети не наносят. А чтобы вот в зимний период лицо было, не обветривало, не краснело, было защищено от ветра, от мороза, от дождя, там вот от этих всех перепадов, вот он как раз кольт-крем. Я его взяла, потому что он очень универсальный, он подходит как для взрослых, так и для детей. То есть он для семьи. Дерматологически протестирован. Что у нас здесь? Вот давайте прочитаем с вами. Наносить на чистую сухую кожу лица, рук и тела за 15-20 минут до выхода на улицу. Использовать по мере необходимости. Что, собственно говоря, мы и делаем. Да? Вот защитный зимний крем. Еще есть детский там морозка, еще какие-то. Вот я покупаю вот такой из серии Oriflame. Разные бывают, как вот ближе к зиме, так сразу Oriflame выпускает вот такие защитные кремы. Мне очень нравятся. Не содержат парабенов, дерматологический контроль, витамин Е, масло канолы, не содержит ГМО. То есть он хороший для всей семьи, а для ребенка, как я уже говорю, что он подходит. Вот он. Защитный кремик. И сейчас это очень-очень актуально, потому что уже в некоторых регионах страны уже холодная температура, то есть детки идут в школу, утром нужно обязательно наносить этот кремик, и ребенку будет комфортно. То есть вот он, кольт-крем, у него объем 75 миллилитров. Вот. Новиночка, прошу обратить внимание, потому что это действительно палочка-выручалочка для осенне-зимнего периода. Ну и ранней весны, то есть вам его как раз хватит вот на это время. Если купите 75 миллилитров, вполне себе очень даже хватит. Акция, шикарная акция каталога. Это при покупке новой парфюмерной водички. Парфюмерная вода Giordani Gold Oud Ascolt. Так, у нас идет вот такая вот прекрасная акция, шикарный подарок, это тушь для ресниц и легендарные румяна в шариках. Если что-то из продуктов заканчивается на складе, они меняют комбинацию. Могут тональный крем добавить, тушь, тональный крем, то есть разные вариации. Но я вот дождалась именно вот этого дуэта. Это, конечно же, тушь и легендарные румяна в шариках. Мне они очень нравятся, поэтому я дождалась, когда этот подарок был. При покупке новой парфюмерной водички как раз шел вот этот подарок. Слушайте, шикарный подарок. А водичка мне вообще понравилась в пробничке. Я в прошлом каталоге заказывала пробничек. Обалденный аромат. И я сразу же, не раздумывая, взяла себе вот эту новиночку. Good Ascolt. Ascolt. Gold. То есть золото, да? Вот мне очень-очень понравилось. Давайте раскроем.
посмотрим. Я себе купила, потому что я не смогла удержаться. Там такой шикарный аромат. А что у нас здесь есть? Восточно-цветочный. Он не тяжелый совсем. От слова, для меня вот как бы восточные такие ароматы, они, ну так сразу меня так в это раз. И как бы не то, что в ступор, а я их как бы так, скажем, тяжеловато воспринимаю. Поэтому взяла себе пробничек и проверить, протестировать, как он. Итак, что у нас здесь есть? Малина. Так, малина, флёр д'оранж и шафран. Шикарно, шикарный состав. Давайте попробуем открыть его. Везде у нас теперь QR-коды, даже здесь открываешь, и здесь QR-код. Ну, везде-везде, все. О, флакончик какой, видите? Шикарно. Очень такое дорогое оформление. Вот мне очень понравилось. Вот сначала первое, что улавливается, это ноты малины. И потом идет вот такой флёр д'оранж, да. Здорово. Шикарная водичка. Вот возьму на осень, зиму и даже весну, раннюю весну. Прекрасно, прекрасно. Еще и подарок. Тушь Giordani Gold. И легендарные румяна в шариках. Тут даже уже упаковочка совсем другая в них стала. Здесь такие прям так все. Вообще серия Giordani Gold — это восхищение. Все, все красиво сделано, все шикарно. Так, давайте посмотрим, что мне здесь, какие пришли-то. Какие пришли? О, вот они. Золотое сияние. Отлично. Мне они очень нравятся. Золотой шарик упал. Вот такой шикарный подарочек. То есть, если вы заказываете парфюмерную водичку новую, новую Giordani Gold, Good as Gold, то вам приходит в подарок вот такой шикарный набор. Здорово! И что еще у меня здесь? Два заключительных у меня продукта. Это шейкер. Кстати, шикарный шейкер. Огромный такой, слушайте. А он у меня тоже был в резерве. Вместе с зонтом они попали в резерв. Я покупала питательный коктейль для снижения веса. И там в подарок два каталога назад был вот этот шейкер. Но почему-то его не было. Вот его не было. В продаже просто он был за 1000 рублей, а в подарок за рубль к коктейлю его не было на складе в свободном доступе. Поэтому он у меня тоже был, два каталога. А тут смотрю, заказ-то сделала я по 14 каталогу. И он у меня появился. Думаю, некогда раздумывать, надо быстрее оформлять, потому что моментально исчезает. Сразу раз его день продержал, и его уже нету. А он очень такой шикарный. Большой, открываем, смотрим. Здесь есть ячеечки. Вот он, смотрите. Тут он настолько навороченный. Сам вот, а это что у нас здесь? А это у нас вот такая вот замочек, ручка вот сюда одевается, и то есть его можно повешать. Но я сейчас не буду, потому что колечечко его вот долго надо раскрывать, обычный вот для ключей. И вот здесь вот эта дырочка, вот видите, дырочка, его как раз сюда, и можно его привесить хоть к сумке, хоть к чему. И что здесь самое интересное, он многоярусный. Сюда можно положить какие-то орешки там, что-то такое, ну не чипсы, а орешки там, сухарики, да. Коктейль сам, вот сам сухой коктейль, как раз емкость для него, видите, он многоярусно закручивается. А здесь вот отделение, как раз под разные орешки можно, под разные орешки, семечки, изюм, для сухофруктов, в общем, для сухофруктов. Вот это отделение, это можно брать с собой. Что у нас здесь есть? Ситочка еще есть такое. И... вот, собственно говоря, и все. Коктейль насыпал сюда.
с собой в поход, да, очень даже здорово. Закрыл, ну, конечно, все лишнее это убрал оттуда, взболтал. Сейчас мы с вами его попробуем открыть. Вот, взболтал и кушай на здоровье себе. И он очень тугой, то есть его сразу не так-то просто открыть. Вот, все. И отсюда налил. Очень удобно. Вот я его долго ждала. Два каталога ждала его, и наконец-то вот он мне пришел. Потому что по рисунку я смотрела в каталоге. Думаю, ну, шейкер, шейкер. А тут, раз он в подарок идет, так что же не взять? Конечно, надо взять. Подарок обязательно надо взять. Вот он. Шейкер. И распродажа, онлайн-распродажа была каталога этого. Я взяла себе вот такую сумочку. Вот она, сумочка телесного цвета. С ручкой. Давайте посмотрим, как она тут у нас сделана. Может, кто-то еще, потому что каталог только начался, а онлайн-распродажа, она висит до конца каталога, то бишь до 22 числа, да? Действует каталог у нас до какого числа? До 22 октября, вот текущий каталог, и там можно вот эту сумочку, может, кто не обратил внимания по фотографии, а я вот почему-то взяла себе, потому что у меня всегда большие-большие сумки, а тут я решила взять себе маленькую, вот такую вот сумочку. Так, и что? А, вот у нас какой замочек с хитрецой. Вот так вот. Раз его повернул. Вот он. Открываем. Что у нас здесь есть? Вот такая простенькая сумочка. То есть кошелек, телефон положить можно. Еще и ремешочек у нас здесь есть. Еще у нас здесь есть дополнительный карманчик. Ну, вот и все. И мне нравится. Раз. Здесь пристегивается ремешок. Повешал. И все. Очень даже удобно. Не всегда же с большой сумкой стоит ходить. А должны быть разные. Все, вот закрылся. Вот такой. С удовольствием буду носить. Быстренько раз. Я говорю, не всегда вот нужны большие сумки. Поэтому я, когда ее увидела, мне нравится цвет. Телесный цвет ко всему подходит такой. Конечно, я бы хотела, например, еще бы какой-нибудь там яркий цвет взять. Но уж что есть, то есть. Поэтому вот... Вот я взяла. Все, друзья мои, это был последний продукт моего заказа по текущему каталогу номер 14. Все, что я взяла, здесь больше 160 баллов заказ. И вот следующий каталог у нас, который пойдет 15, он уже будет действовать с 24 октября по 12 ноября. Все, думаю, полезен был мой обзор. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы себе приобрели. И, кстати, под видео у меня всегда есть ссылочка на сайт, где вы можете всегда посмотреть, выбрать что-то для себя. Поэтому переходите, есть ссылка на сайт Oriflame. Там можно полистать онлайн-каталог, выбрать себе, закинуть в корзинку, купить все, что хотите. Как говорится, без моей помощи. Все, до новых встреч. Пока-пока. Хороших вам полезных покупок. Хорошего настроения. Берегите себя, своих близких. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь моим видео в своих группах. До новых встреч. Пока-пока.